Ребята, я рада, что вы в безопасности. А Эрен и Микаса... О, нет. Мы обязаны хранить молчание. Я не могу ничего рассказать. Хотя я не могу себе представить, что такое досталось. Долго осталось в секрете. Рано или поздно все узнают, конечно. Если к тому моменту человечество все еще будет существовать. Как ты, Эрен? Ты можешь двигаться? Ты полностью пришел в себя. Армин, почему мы окружены? Почему все смотрят на нас, так будто мы монстры? Кадет Йегер, продолжите ломать комедию, мы разорвем вас в клочья. Я спрошу прямо, кто ты, человек или титан? Я не понимаю, о чем это вы говорите? Хочешь прикинуться дурачком? Чудовище! Было множество свидетелей, ты появился изнутри титана. Не может быть, я человек! Ясно. Да будет так. Я не ошибся. Никто здесь из присутствующих не может доказать, что ты не какой-то демон. Ничего личного. Все сделано. Что происходит? Эй, вы в порядке? Эрен, это... Понятия не имею, но после всего я не уверен, что хочу быть поблизости от солдат гарнизона. Я убираюсь отсюда. Куда? Как? Сейчас куда угодно, конечно, сразу, как только я опять стану титаном. Вы должны суметь выбраться отсюда живыми. Если не будете прикрывать меня, думаю, я смогу выбраться отсюда сам. Я тоже отправлюсь, Эрен. Не переживай за меня. Если я остану, то я не обязан тебя слушаться. Подожди, Микаса, есть другой путь. Не говори ерунды. Если Армин сможет уговорить гарнизон здесь и сейчас, я доверюсь им и подчинюсь. Эрен, почему ты возлагаешь все на меня? Ты всегда поступаешь правильно, когда дела идут плохо, ведь так? Вот почему я хочу довериться тебе. Почему ты так решил? Многое произошло, не так ли? Если бы ты не позвал за Ханнесом 5 лет назад, то Микасу и не было на месте. Армин, если ты хочешь решил, то я тоже соглашусь. Я был убежден, что я бесил и мешаю только. Я докажу обратное. Покажите им, что вы двое не намерены сопротивляться. Стоп!
Он не ваш враг. Мы намерены рассказать, что мы узнали. Вы говорите, что он не враг? Докажи это. Никаких доказательств не требуется. Так как мы воспринимаем, это проблема. Многие видели, как он сражался с титанами. А также видели, как он с ним сражаются они. Титаны охотились на него так же, как и на нас. Это однозначно факт. Приготовиться к атаке. Не слушайте эту хитрую уловку. Эрен и Микаса. Я посвятил свою жизнь спасению человечества. Я буду более удовлетворен тем, что моя жизнь закончится в защиту моих убеждений. Если мы объединим его титановую силу и силу наших солдат, мы сможем достаточно вернуть наш город. По крайней мере, мы смогли выйти в славу для человечества. Я приму весь риск ради тактической ценности. Хал. Вы, как всегда, деликатны, несмотря на ваш размер. Командор Пиксис, вы слепы к его впечатляющему салюту? Я считаю, что его нужно выслушать. Командующий Пиксис имеет высший офицерский чин на южной территории. По его милости, мы все еще живы. Теперь вы Армин. Персонаж. Ты спас нас, Армин. Судя по всему, довериться тебе было правильным решением. Я знал, что ты сможешь убедить солдат гарнизона. Спасибо, что ты поверил в меня. Я рад, что тебе и Микасе не пришлось сбегать за стену. Это крайняя мера. Да и я не очень реалистичная к тому же. Это... силе должно быть найдено стратегическое применение под руководством командования. После отказа от убеждений гарнизонного полка. Что это было... что забыло за время, когда мы втроем были вместе? Хотел бы я, чтоб нам сделали поблажку, если что-то пойдет не так. Мы будем рассчитывать на тебя, Армин. Спасибо, Армин. Благодаря тебе нам не понадобилось сбегать за стену. Я рад, что все прошло успешно. Возможно, это был счастливый случай, но все же. Твой острый ум нас не раз выручал. Просто ты сам этого еще не понял. Не раз? Когда вообще я вас выручал? Сейчас неподходящее время. Мы можем поговорить об этом позже. Я подчиняюсь приказу командующего, но вам я не доверяю, хотя, может быть, я ошибаюсь. Сила Эрена определенно станет надеждой человечества. Вот вы бы поверили в нас хоть немного. Что бы ты ни говорил, сейчас у нас слишком мало данных, и я пока что останусь при своем мнении. Нам, простым смертным, не понять логики командующего. Я вам еще не доверяю. Понимаю. Я и не ожидал, что вы нам сразу поверите. Нам нужно какое-то время, чтобы все обдумать. Все, что я могу сделать прямо сейчас, это довериться решению командующего. Командующий потерял рассудок. Отправлять пару таких мутных ребят, как вы. Как вы можете так говорить? Мы знаем, что делаем.
Поведение титанов всегда было за гранью нашего понимания. Я бы не исключал возможность, что они приобретают человеческую форму. Не подходи, ты, наверное, тоже монстр. Это безумие, если ты дашь мне сказать. Ничего, не хочу услышать, я знаю, что на самом деле ты титан. Дрёха какая-то. Без фокусов, понятно? Что-нибудь выкинете, и мы, элита, быстро от вас избавимся. Мы не собираемся свергать режим. Тогда ведите себя наилучшим образом. Неверные выводы и убийство рекрутов оставляют неприятный осадок. Армин, ты жив. Значит, Эрин и Микаса тоже в порядке. Все обернулось именно так, как я и рассчитывал. Если не брать в расчет Эрина и Микасу, как вы думаете, я бы уцелел? Конечно, ты отлично соображаешь, Арми. Я знаю, что ты бы сумел выжить. Вам что-нибудь нужно? Возвращайтесь, если вам что-то понадобится. Вам что-нибудь нужно? Тем, что ты сказал, стоит подождать, но я был удивлен, что командующий просто поверил тебе на слово. Я тоже удивился, не могу сказать, что я полностью уверен в этой задумке, но командующий так увлекся. Командующий, возможно, оценил твой план по достоинству. Этот титанский выродок хочет на нас всех сожрать. Ты вместе с ним, да? Отвалите. Пожалуйста, выслушай нас. Не все так? Я же сказал тебе, отвали. Хочешь что-то устроить? И я с тобой разберусь. Еще один недоумок. Здесь вы можете обратиться к записям полка, чтобы снова посетить старые битвы. Какое вы дело выберете? Ага, прошлой миссии. Возвращайтесь, когда захотите взглянуть на записи. Ты упоминал план приспособить эту так называемую способность Титана и использовать ее, чтобы отбить этот город. Ведь так? Да, сэр. Ты веришь, что это может сработать или просто хватишь за соломку, пытаясь спасти свои шкуры? Ну и то, и другое, командующий. Я собирался предложить, чтобы Эрин использовал свою силу Титана, мог поставить тот огромный валун около разрушенных ворот и заблокировать их. Занятная стратегия, это точно, в конце концов, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сначала вот что угодно, пока я могу приносить пользу. Ты кажешься довольно многообещающим. Я принял решение, мы попробуем твой план. Внимание! Сейчас я объясню план по захвату округа Трос. Сперва я хотел бы представить вам кадеты Эрена и Егера.
Он результат удачного эксперимента по трансформации в Титана, который был приведен в строжайшей секретности. После превращения в Титана он поднимет огромный валун, что около передних ворот, и использует его, чтобы закрыть дыру в разрушенных воротах. Дважды защищать его в это время. Ложь! Это все слова при использовании человека в качестве оружия. Ложь! Если вы ожидаете, что я умру, я ухожу. Предатели, вы поплатитесь за свою наглость. Внимание тех, кто сейчас уйдет, не будет ждать наказания. А? Тем, кто попадется в своем страху перед титанами, здесь ничего не делать. Те, кто хочет, чтобы их родители, родственники и возлюбленные испытали весь кошмар титанов на себе, также должны уйти. Нет, не моя семья. Если стена Розы будет разрушена, человечеству не выжить. Нам не выжить внутри оставшейся стены. Если нам суждено умереть, умрем здесь. Первая часть, эпизод 6. Идол. Мы должны избавиться от титанов около Валуна, чтобы помочь Йогеру. Титанов в городе убьем, мы их или переведем к стене. Так помогут пушки нам. Сколько титанов собралось вместе? У нас нет ни шанса. Поднимай их к стене, если пойдет хорошо, поприкалываешься огнем, будет легче победить. Нас прикроют пушки, если что. Человечество не смогло победить титанов с тех пор, как они появились. В то время как титаны продвинулись вперед, человечество было вынуждено постоянно наступать и проигрывать территории. Но успех этой миссии станет первым случаем, когда люди успешно отбили территорию, захваченную титанами. Это даже может быть первый раз, когда человечество одержало победу над титанами. Это кажется относительно незначительным, но по сравнению с тем, что было отнято у человечества. Но этот первый шаг будет большим для человеческой расы. Мы решили использовать мою стратегию, но я не знаю, была ли она верной. Ты был один из лучших в нашем классе, я уверен, что все получится. Сигнал тревоги.
Все плохо, мы не можем доставить припасы Титана на пути. Ух, им нет конца. Все нормально. Мы спасены, мы доставили припасы, поэтому бери, что хочешь. Я уверен, что Жан с командой снабжения вон там. Помоги ему, если увидишь. Так, дымовой сигнал замечен.
Это дымовой сигнал. Да, тут же. Проклятие, вот случается, когда ты нужен помогать идиоту. Зажал себя между домов. Спасибо за помощь. У меня припас с собой, поэтому бери, что нужно. Это девиант. Ничто на него не действует. Если мы не сможем заманить его, мы должны его убить. Это домой сигнал. Им нужна помощь. Я должна сильнее стараться. Я не могу проиграть Эрону. Ани, что ты здесь делаешь? Спасибо за помощь. Что ты здесь делаешь в одиночестве, Аня? Я принесла ловушку, я думала, что может помочь против титанов, что поблизости. Ловушки. И
появились они. Я потерял след Райнера и остальных членов команды. Если увидишь их, ты передай, что я в безопасности. Ну, он и не ловушки, кстати. Если они наступают, они падают. Как пружинки, получается. Что сработает на титанах, световые гранаты или шумовые гранаты? Нам нужно использовать то, что наиболее эффективно. Надо бы применить световую.
Нам вправду удалось сократить число титанов. Если так продолжится... Сигнальный дым решил рядом с огромным валуном. Неужели что-то пошло не так? Девианты собираются около валуна. Мы не можем подобраться поближе к Эрену. Девианты? Мы должны встретиться их в лоб? Ага, бусик. Толстенький. Девианты здесь? Спасибо, Армин. Полезно, полагаю, это конец пути. Ты в порядке, Саша? Если ты напугана, я в порядке. У меня тоже есть семья, которую нужно защищать.
Вам удалось уничтожить титанов. Если бы вы были рядом с Луном, и мы хорошо поработали, заманивая остальных по краям города. Пока что все хорошо. Остальное за тобой, Эрен. Мы практически у кратчайшего пути камня. Насколько я могу судить, там нет титанов. Сюда, вперед! Если смотреть на это глазами человека, мне кажется, это невозможно поднять такой камень. Но в Эрине есть сила, ведущая нас. Эрен. Эрен, ты меня не узнаешь? Берегись!
вот и закончилась битва. Всем, друзья, спасибо за просмотр. На этом мы остановимся. В следующей серии увидимся. Всем большое спасибо. Подписывайтесь, ставляйте лайк, комментарии. Всем пока-пока.